Телеканал КРТ представляє. За півроку рік припинення вогню на всій лінії фронту, міжнародна поліцейська місія, початок роззброєння, створення умов для деокупації. Далі вибори на звільнених територіях Донбасу і повернення Криму. Це пункти плану з деокупації українських територій, які сьогодні представила, не повірите, хто партія «Голос». «Голос» подав свій голос нарешті. Одним словом, це на 7 років план. Я взагалі підозрюю, що через 7 років 100% мешканців тимчасово непідконтрольної території вже будуть мати російське громадянство, російські паспорти. Але в будь-якому разі, це піар чи це дійсно вболівання за державні інтереси? Та какое вболівання може бути у фракції, яка всецело принадлежить Томашу Фіалу і Джорджу Соросу, тобто внутрішнім структурам, які... 20 депутатів? 20 депутатів, так, да, це голос Сороса його називають негласно. Тобто всі прекрасно знають, хто спонсировав цю фракцію, хто її викормив, хто її створив і для чого. Це запасна фракція, якщо буде розкол в «Слуги народу», если там появятся здравомыслящие депутаты, которые не захотят антинародные реформы делать, то «Голос» сразу их заменит. То есть это запасная фракция, которая сейчас не там и не там. То есть они войдут в монобольшинство? Нет, нет, голосовать будут так, как надо. То есть входить они могут не входить, но голосовать будут за те реформы, которые так, выгодны депутаты-бизнесмены из капитала. Депутатских групп, так? Конечно. Поэтому то, что они предлагают, чистой воды пиар. Не знаю, на кого он рассчитан. Из выступлений я не услышал ни одной конкретики. Вроде и Минские соглашения, но с другой стороны, они мы потеряем суверенитет. О чем речь? Эти люди, не понимая фундаментальных законов по политологии, как минимум, юриспруденции, они очень сильно заверяют, что если мы выполним Минское соглашение, мы получим федерализацию. Я спрашиваю у них. Как вы это видите? Где прописано в Минских соглашениях федерализация? Они объясняют, ну, дескать, это же особый статус там, для частей Донбасса. Я говорю, это может быть автономия. Они говорят, так это же федерализация. Пане Олександре, я хотів би просто, щоб уточнення невеличке, верніше, від вас почути, до вас слів, тому що кілька днів тому на південній Галявині біля Білого дому пан Трамп, відлітаючи в Індію, сказав, що нехай Україна і Росія домовляться нарешті, це буде краще для всього світу. І в даній ситуації, скажімо, ви говорите про голос Сороса, ну чи як їх називають, фракція «Голос». І в даній ситуації, може це якраз і є зміни в геополітичних розкладах, бо ми всі знаємо, що Україна має серйозні проблеми з суб'єктністю. Это очень важный вопрос вы подняли касательно геополитики, потому что изначально проблема Донбасса – это геополитический аспект. Изначально это конфликт между Штатами и Российской Федерацией. Изначально Майдан был. То есть что было, да, в первую очередь? Был Майдан. Евроассоциация. Есть, да, Евроассоциация. Это что было? Какую никто, наверное, не читал. Во-первых, не читал, и никто нас... Так и Азаров сказал, что, ребята, экономически нам туда идти нельзя, получим разруху. Получили разруху? Получили разруху. Все умные люди это понимали. То есть, что такое Майдан был? Переориентация Украины, разрыв связей с Российской Федерацией, втягивание Российской Федерации как следствие в конфликт, введение санкций, раскачивание внутри Российской Федерации ситуации посредством, кстати, тех же фондов Сороса, которых в 2015 году выдворили оттуда, потому что понимали, чем они там занимаются. И таким образом нужно было для них сделать российскую власть более покладистой для того, чтобы использовать Россию против возрастающего влияния Китая. Поэтому сейчас, когда с 2018 года все расклады изменились, Российская Федерация настолько укрепилась, что является сейчас одной из самых сильных армий в мире. Они получили возможность военным методом контролировать периферии континентов и другие континенты. Это я касательно гипервооружения говорю, гиперзвукового вооружения. Американцы, кстати, потеряли сегодня даже свое преимущество во флоте, потому что Россия сегодня... Первый раз запустила гипер... Нет, это очень важный момент. Сначала все говорили, что это неправда и пиар, но потом советники Трампа сказали, что, дескать, давайте, может, мы подпишем ограничения по гиперзвуковому вооружению. Вряд ли бы они на такие разговоры пошли, если был бы пиар. Один маленький момент. Сегодня сказали, что запустили впервые цирконы, это гиперзвуковые ракеты, с кораблей. Уже не только самолеты, но и с кораблей. Это говорит о том, что Америка потеряла преимущество и во флоте. Раз, поэтому знаете... геополитические расклады... Не то, что меняется, они полностью изменились.